Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. Сегодня мы продолжаем проходить Хитман Кровавые Деньги, заканчиваем последнюю миссию. Я уже, по идее, ее прошел, но опять произошло ЧП тут, почему-то. Она вылетела на некоторое время, я ее запустил, но почему-то она не стала записывать. Поэтому больше пол игры было коту под хвост. Ну, а сейчас я попробую это быстро пройти, потому что все равно с кнопками пока возился, разбирался все, и куда бежать. Не забываем, кстати, ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. А мы поехали. Сорок седьмой, это я, Диана. Что вы здесь делаете? Спокойно. Мне удалось проскользнуть. Это место оцепили сотни бойцов спецназа. Они готовятся к штурму. Я должна была предупредить вас. Вы еще можете скрыться. У меня есть план. Я не верю. Для вас в нем нет выгоды. Ваш лучший вариант – покинуть страну. Покинуть страну? 47-й, мы играем против франчайза. Границы их не остановят. Вы мой последний шанс. Вы знаете условия. Деньги на бочку. Вы так и не поняли. Вам придется с ними сражаться, но в одиночку вас быстро убьют. Умереть всегда можно. Читайте внимательнее, 47-й, это дерзкая авантюра. Где сейчас этот мужик в инвалидном кресле? Простите, 47-й, другого выхода не было. Вы бы все равно полезли в драку и проиграли. Благодаря вам я проживу еще одну ночь. У нас 4 минуты, пока он не остыл. Живо, ребята, живо! Никогда раньше не убивала людей. На удивление, приятное чувство. Хорошо сработано, Диана. Вы заслуживаете доверия. Добро пожаловать во франчайз. Уверен, мы подыщем для вас достойную роль в нашей организации. Такая дама, как вы, заслуживает особую должность. Это покушение стало самой громкой историей со времен 11 сентября. Вы думаете, я поверю, что... Я думаю, вы должны верить только своим глазам. Эта кассета подтверждает факт его появления в Белом доме незадолго до убийства. Будь я проклят. Если не запретить клонирование, проклятие постигнет всех. Так кто же убил его? В этом и есть ирония судьбы. Он сорвался, перелезая через бетонную стену, и сломал позвоночник о камни. Самый злобный киллер планеты умер от собственной неуклюжести. Как вы узнали, что это он? Его ДНК содержит характерные цепочки 5 субъектов из проекта Ортмайера. Только его клоны обладают такой ДНК. Для остальных это биологически невозможно. Вы даете мне эти сведения как эксклюзив. Почему мне? Мы ценим вашу беспристрастность, Рик. Спасибо. Не стоит. Надо позвать священника. Пепел 47-го займет почетное место на моем камине. Святой отец! Святой отец, подойдите сюда! Так.
ребят, сейчас попробую вообще. Хочу попробовать быстро, если получится, не получится их прикончить. Как раз вот. Да, не получилось. Как бы я их прикончил, но... Охрана меня все равно прибила. Значит, придется все равно убегать. Как бы я ни хотел. Сейчас главное бежать. Все равно насадить успели, нашпиговать. Да как они так-то? Они уже пол хп мне снесли, суки. Короче, ребят, мне уже третий раз приходится заново перепроходить. Я уже прошел эту игру два раза. Просто могу сказать одно. То, что... Здесь происходит бардак. У меня бандикам периодически вылетает почему-то на этой миссии. Короче, ребята, вообще нихуя не понимаю, у меня уже пятый раз вылетает игра. Пятый раз, вы просто не представляете, тоже периодически меня заебало. Не стреляйте, я тут ни при чем. Я уже два раза прошел игру, но из-за того, что она вылетела, я не мог ее, как говорится, сохранение все эти сделать нормально. Лет поднял. Че, крутяк? Одна цель тут осталась. Ну, мы сейчас зайдем и так. Ты сейчас не ожидает. Ты не хочешь? Ты умер. Ого. Охрана ушла. Вон куда все. Не так все пошло, как было.
Все, пиздец, всех завалил. Бля, надеюсь, сейчас запишет все, блядь. Я не хочу, сука, в шестой раз начинать игру. Ну что ж, ты остался последний. Я сохраню ваш секрет в тайне. Клянусь перед Богом, никому не расскажу. Покайся. А тут, по идее, все вот здесь вот валил. На этом месте как раз всех. До этого момента. Потому что мне уже вот так вот все задолбало проходить. Не знаю, почему вылетает и вылетает Хитман. Да, не хочет записи. Почти все наши ресурсы снова в строю. Нет, боюсь его нет, ваше высочество. Похоже, мы снова потеряли его след. Нужно делать эти мультики смотреть. Не поверите, ребят. Какой-то баг, и все почему-то в этой миссии. Она вылетает все периодически. Мистер Джонсон. Проходите, мистер Джонсон. Проходите. Позвольте взять чемодан. Нет, он мне нужен. Я слышал много интересного о вашем заведении. Хочу взглянуть на то, что вы можете предложить. Желательно в задней комнате. А, разумеется, господин. Идите сюда. Ну и на этом все. Надеюсь, ребята, это реально все. Я уже больше не буду это повторять, потому что мне это сегодня очень сильно надоело. Ну и всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии по данному видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!